И снова большой футбол во Владимире. 16 апреля, 16:00. Торпедо Владимир, Зенит Санкт-Петербург. Идеальная погода, дамы и господа, не правда ли? Вот такой снегопад обрушился на город Владимир. Вот я сейчас иду в сторону большой спортивной арены. И вот, ох, ветерок со снежком-то, душевненький. Игра нас спрашивает, ну а что ж вы не играете на натуральном газоне стадиона Торпедо на большой его арене? В апреле месяце, в середине, когда во всей центральной части России цветет и пахнет сирень. Ха-ха, шутка. Мы всегда отвечаем, господа, есть такое понятие — зона рискованного земледелия. То же самое в данный момент можно сказать про город Владимир. Вот здесь рядом фонтанчик. Да, когда приезжал основной «Зенит» с Диком Адвокатом, вот здесь был фонтанчик. Но сегодня прекрасная, удивительная, шикарная футбольная погода. Ну так вот, про зону рискованного земледелия. И что вы сделаете вот с таким натуральным газоном, который за одну ночь превратился в белоснежное, чистейшее, красивейшее одеяло снежное. I love this game.